Так склалось історично, що освіта не є лідером рейтингу цінностей у ромській громаді. Однак нові вимоги та правила глобалізаційного процесу вносять свої зміни. Тому сьогодні пріоритет ромів – освічена молодь. Упродовж багатьох років при благодійному фонді «Благо» в Ужгороді працює єдиний в Україні соціальний центр дошкільної підготовки ромських дітей. Понад 150 вихованців центру вже стали першокласниками ужгородських шкіл. Закарпатський обласний благотворительний фонд «Благо» був заснований у 2003 році. І з 2003 року по сьогоднішній день ми працюємо. Сама ідея о открытии благотворительного фонда пришло мне во сне. И с Божьей помощью был открыт благотворительный фонд «Благо». И мы начинали просто с гуманитарной помощи. Бог мне давал связи, давал мне контакты. И я так получала гуманитарную помощь, и мы разносили по всем таборам, которые есть в Ужгороде. Мы более тысячи людям помогли ромской нации в гуманитарной помощи. Это много лет подряд шло. В конце концов, оно меня где-то начало утомлять, потому что я не видела выход, не видела того результата, которого мне хотелось. И я начала обратно взывать: «Господи, что есть корень, как нужно выйти, как можно помочь своему народу?» И я поняла, что огромная проблема – это образование в ромском народе, начиная от детей, заканчивая взрослыми. И в 2013 году мы получили это здание, в котором мы сейчас находимся, от Управления образования Мирской Рады в аренду. Оно было, конечно, не в таком состоянии, как сейчас, но обратно же Господь позаботился через спонсорские деньги. Мы отремонтировали, привели в порядок это здание. И с 2014 года была запущена первая дошкольная подготовка ромских детей. С 2014 года по 2018 год мы выпустили, я не помню, 39 или 49 ушло в украинские школы, 10 ушло в венгерскую школу, и остальные ушли в сегрегованную ромскую 13-ю школу. По вашему мнению, такие как 13-я школа, имеет ли право существовать? Честно скажу, эта дискуссия идет уже много лет. И этот вопрос не сегодняшний. Этот вопрос уже даже не вчерашний, не позавчерашний. Если бы там был бы качественный уровень образования, то да. Но я в открытую скажу и не боюсь сказать. Нет. Так как дети, к сожалению, в 5 классе не умеют читать, писать. Единицы, которые умеют читать или писать, и то хоть как. Все зависит в любой школе абсолютно от подхода как директора, как учителей, от коллектива. Все зависит от коллектива. Подход к детям и подход к родителям. Если дети чувствуют, что их любят, они будут хотеть идти туда. Если дети чувствуют, что не только любят, но и дают им знания, то дети будут хотеть идти туда. Наши дети дома плачут: «Мама, папа, мы хотим идти учиться, нас веди в школу». Почему нет? Это там, тогда напротив, там. Да? Точно так же, если у нас есть отношения с родителями правильные, то и родители будут ответственно относиться. Да, их надо учить к ответственности, но обратно это зависит от нас. Если мы будем махать руками и говорить: «Да с них ничего не будет», тогда зачем эта школа?
Так, кутюр, покажіть мені праву ручку. Де права? Всі показали праву. Опустіть. А ще раз, де права? Я не. А де права ручка? Я не кот. Де права ручка? Де? Там права ручка. А де ліва ручка? Там ліва ручка. Порахуємо зліва направо. Один. Два. Три. Чотири. А тепер подивилися на цифри, підняли цифру 5 і показали мені цифру 5. Цифру 5 мені показали. Є. А в нас тільки загубилася, а в зошиті нас тільки є цифра 5. А ну мені показали всі. Є 5. Поставили на місце. Поставили на місце. Вам показали. Встали, сіли. Руки гарно. Я знаю, що ви втомлені. Я знаю. Але всі слухають мене. Всі мене чують? Так. Порахуємо. Від 1 до 10. Зліва направо. У нас є ручки. У нас є яка ручка? Ліва. Ліва. Права. Правда? І на кожній руці у нас скільки пальчиків? 5. І тут 5. Молодці. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, а тепер продовжимо. 6, 7, 8, 9, 10. Добре, але ми порахуємо разом по цифрах. Гарно. І зліва направо на цифрах. 1. На ваші цифри. 1, 1. Бачите? Далі. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Покажіть 10. Добре. У нас є розклад, якщо ви звернули увагу, там чітко виписано, так, що в нас є там навчання грамоти письмо, навчання грамоти читання, є математика. Важко провести конкретний вузький урок, суто математика. Звісно, що ми в тому уроці повторимо, по-перше, як правильно говорити. Якщо ви звернули увагу, сьогодні їх виправляла, бо вони, оскільки вони угорськомовні, то поняття роду для них немає. Вони не знають, що таке він, вона. І вони кажуть, два помідори, так? Або, наприклад, дві помідори. І як правильно? Я їх виправляю в цьому випадку. Тобто вони, по-перше, вчаться добре говорити, по-друге, вчаться математиці, по-третє, вчать і закріплюють усі кольори, вчать поняття ліво-право, спереді, позаду, зверху, внизу. І вони знають ці слова, вони знають, що вони означають. Такий тип занять в освіті прийнято назвати інтегрованими заняттями. А нам суандеско масам. Суадесіклю нам у школу. Учіностас. А предзека тука де тесіклю? І та це такі та гайні. Міттану утоки та зі школу. Nem tudok. Számokat nem tanul? Tudok. Fácsú, fífó, fákszem, nem te. És ez milyen nyelven van? Mindjárt kihívnak, zizika. És ez mennyi? Pját. És angolul? Fá? Fá. Viszont a mennyi szíkény. Hát, 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 Andro Zoshet Rosmalinahas. Joj. Ha. Cifra 5 Rosmalinahas dati. Da ke amende auka dojas G dash. No. A mai auka no. Mai ma pisin keras mengina men yek cikno zoshet, ta andro cikno zoshet keras, a ta andro baro. І не сього я андроцикну, і не сього андробару. Да, кіна бару, а ви кайте там і стачитися? Ме, про... Кому тоді андро... Доктор, як і таке? Може, не гали робити? Ха. Thank you.
первый год был очень тяжелый. Нам пришлось много самим ходить по семьям, по домам, объяснять, что это необходимо, что образование – это важно. То есть это проводилось не один год, а даже два, и, возможно, где-то три года так вот мы усердно посещали семьи. Было такое, что мы даже приходили домой к ним, забирали их детей, приводили, потом отводили. То есть это был скрупулезный, тяжелый труд в начале. Но ничего не бывает просто. Если мы хотим результатов, и если мы реально с этим живем и желаем, то мы будем прилагать усилия для того, чтобы получить результат. На сегодняшний день сами родители приводят и сами забирают их. То есть мы уже не ходим по домам, не забираем детей, не настаиваем, что вот надо. Они уже сами это понимают. Они увидели, что за 6 лет это регулярная, стандартно работает школа. С января идет набор. В феврале, начало февраля, запускается школа. И до 20 декабря беспрерывно мы работаем абсолютно без каникул. Мы не только их обучаем здесь, но также мы понимаем, что необходимо детей в общество выводить, и чтобы они правильно воспринимали общество, а общество правильно воспринимало их и не смотрело на них как вот цыгане или ромы, а просто дети. Все мы дети. То есть это дети, и у ребенка нет национальности, он просто ребенок. Чтобы все научились воспринимать этого ребенка, смотря на него. Не говорил, что это цыган, о, это Ромка. А чтобы говорил, это ребенок, такой же, как и мой ребенок. У детей нет нации. Что может быть от покидного поля? Для нашего народа, для наших детей необходимо чуть больше внимания, чуть больше терпения. Наш народ умный, наш народ – это благословенный народ. Я говорю по опыту за 6 лет работы с детьми. Здесь бриллианты, изумруды, жемчуга дети. Это очень умные дети, в которых нужно вкладываться. И жалко их терять, потому что это с них могут быть как писатели, как учителя, как профессоры. Это большой клад в нашем народе. Просто нужно увидеть и правильный подход, поднять, помочь этому ребенку, чтобы он стал тем, кем он предназначен от самого рождения, которое дал ему Господь Бог.